В этом выпуске «Налегке» изучаем культурную жизнь Минска. Не переключайтесь! На открытие фестиваля «Арт Минск», одного из самых значимых и ярких культурных событий Беларуси. В этот раз наша любимая площадка «Дворец искусств» собрала работы более 200 молодых, начинающих и уже именитых авторов, которые были созданы ими за последние 3 года. По традиции, в день открытия вход на фестиваль бесплатный, но я уверена, что мы вернемся сюда не один раз для того, чтобы вместе с вами вдохновиться и открыть новые имена. Не переключайтесь! Большие форумы всегда это сложная подготовка, потому что сначала подбираются люди, сначала собираются заявки, они потом рассматриваются. Это долгий очень процесс. Конечно, в этой выставке был экспозиционер Леонид Васильевич Хоботов. Без него бы, наверное, не справились. Ну, представьте себе, 200 художников. Ну и порядка 500 работ. Из этого надо было сделать маршрут. Где классическое, где не классическое. Забрать темы, подобрать их друг против друга. Показать, где есть фотографии, где есть графика. Для того, чтобы выставка заиграла. Для того, чтобы каждый автор получил свое место. Чтобы каждый автор не противоречил другому автору. Тут очень сложный процесс. Он цветовой, сюжетный, тематический. То есть это практически жизнь здесь, на площадке тех, кто эту выставку готовит. Рисуют и предлагают работы на любые темы. Что оценивается? Конечно, профессионализм в первую очередь. Насколько это хорошо сделано и крепко сделано. Ну, а во вторую очередь новизна. Ведь в любом случае в искусстве всегда должен быть какой-то эксперимент. Не должно быть никаких повторов. Тем более, вот представьте себе, в этом арт-фестивале есть как профессиональные художники, то есть члены Союза, ну, известные, заслуженные, ну, например, Николай Киреев там, или Владимир Савич, или там Анатолий Кузнецов, ну, это уже как бы мэтры. Но ведь к этому фестивалю мы привлекаем и не членов Союза. Это совершенно открытый формат. Сюда могут подавать заявки, ну, кто хочет. Это могут быть студенты, это могут быть, ну, дизайнеры, например. Это даже могут быть не профессионалы, а любители или фотографы. И, естественно, их оцениваешь на общем уровне, насколько они хорошо смотрятся. И это конкурс. Надо всегда понимать, что в конкурсе кто-то побеждает, ну, а кто-то проигрывает. Приз – то, что ты участвуешь в большом форуме. Ты вдруг себя увидел вот на фоне всего вот этого вот. Вот приходит масса людей, они снимают работы, они интересуются, они пишут про это, они выкладывают это в соцсети, они обсуждают тебя. Это уже приз, с одной стороны. С другой стороны, все-таки давайте вспомним, что «Арт Минск» был изначально 5 лет создан назад как мероприятие, которое должно сформировать наш арт-рынок. У нас есть прекрасные художники, но как-то вот арт-рынок у нас очень слаб. Немножко галереи, но как бы движения нету. Конечно, это мероприятие коммерческого характера, где представляются работы и покупаются. Изначально в этом фестивале была заложена возможность приобретать работы. И, соответственно, под каждой работой появляется маленький QR-код. Заходя через телефон на этот QR-код, любой посетитель может получить 2 вещи. Первое, он может узнать о художнике гораздо больше, чем его фамилия. А с другой стороны, через эту площадку, видя уже напрямую работу и будучи в ней заинтересованным, любой человек может просто ее приобрести. Вот вам пример, мне кажется, очень хороший пример формирования арт-рынка в Беларуси. Сюда приходит очень много молодежи. Вот если вы так, мы проанализируем, что происходит здесь, здесь в основном вот возрастной состав 20, 25, 30 и совсем чуть-чуть людей постарше. Мне кажется, что здесь просто вот зрители чувствуют творческую свободу. Вот ты приходишь, и здесь так много всего разного. Ты всегда найдешь здесь что-то необычное и что-то тебе очень приятное. Потому что, ну, люди же разные. Кто-то хочет классический пейзаж увидеть, а кто-то хочет увидеть, ну, такой эксперимент, чтобы вот, ну, просто вот ты вот встал, застыл и пытался разгадать какую-то там загадку. И вот этот момент свободы, ты паришь здесь, ты ищешь, ты видишь, ты радуешься, ты находишь новые идеи, ты видишь безумную палитру. Вот мне кажется, именно это привлекает людей. Юля, добрый день. Добрый день.
Это ваши работы. Да, это мои работы и пейзажи. Я участвую с самого начала создания этого проекта «Арт Минск» ежегодно, ни одного не пропускала еще. Ну расскажите мне, что для художника вообще участие в таком фестивале? Ну, в первую очередь, это увидеть много работ других авторов и посмотреть на свои работы как бы другими глазами со стороны. Потому что мастерское – это одно, а в выставочном зале – это совершенно другое. Есть такое мнение о том, что художники в этом году, да, на этом фестивале немного представили другие работы. Угадывается такое более спокойное настроение, немного гнетущее, но все-таки такое размеренное, такой взгляд в себя. Ну, наверное, да, более сдержанность и спокойствие больше появилось. Тут волей-неволей все равно, даже если ты очень позитивный, эмоциональный человек, все равно как бы немножко смотришь по-другому. Но если говорить, да, о коммерческом аспекте, потому что тоже очень важный вопрос, о продаваемости художника, вот такие фестивали, они способствуют, я не знаю, может быть, сформировать понимание того, сколько стоит своя работа, там, не знаю, там вообще, в принципе, узнать, как формируются цены на рынке, или стать продаваемым в том числе. Ну, по поводу продаваемости, это такая лотерея, я бы сказала, то есть это дело случая, ну, кто-то увидел случайно, где-то бывает на фотографиях с выставки увидели люди в интернете, кто-то вживую увидел, приобрел, то есть здесь действует же еще система рассрочки, то есть кто-то не может сразу купить, можно это частями выплачивать, то есть такая тоже возможность есть. Но для вас важно, как для художника быть продаваемым? Вы знаете, это для всех важно. Мне кажется, кто говорит не важно, он немножко лукавит. Даже элементарно на то, чтобы купить материалы, оплатить мастерскую, нужны деньги, то есть, ну, должно продаваться, я считаю. Вам посчастливилось когда-нибудь после такого фестиваля быть кем-то, да? Да, было такое. Да, на осеннем салоне, допустим, вот, покупали работы. И какое чувство испытывали? Счастье, да. Потом люди, бывает, очень часто пишут благодарности, они как ребенка дома лелеют эту работу, то есть очень приятно, и бывает очень неожиданно, что такое трепетное отношение. Всегда в экспозиции интересно, когда, например, реалистическая работа вдруг неожиданно коммуницирует с работой очень современной, абстрактной. То есть вот такие приемы используются для того, чтобы усилить визуальный эффект и впечатление от отдельной работы. И при этом очень часто я слышу такие высказывания, что, например, персональная выставка этого художника – это одна атмосфера и определенный какой-то такой уровень погружения. А когда все-таки авторы сообща выставляются, это совсем другое ощущение. То есть мы видим здесь действительно срез белорусского искусства за последний год. Он очень-очень живой. Он, мне кажется, в этом году очень отличается, потому что спокойнее работы сами по себе стали, какие-то более вдумчивые, более содержательные, где-то очень тяжелые в своем настроении. И еще очень любопытно, появились новые авторы, которые ранее никогда не участвовали вообще в проектах в Минске, как правило, из каких-то региональных небольших городов. Немаловажный момент, что мы пытаемся анализировать и сформировать рынок искусства, потому что у нас он еще не существует, поэтому наша цель не только продать работу, но и показать, сколько она может стоить, и вот сформировать специфическую аудиторию, которая будет этим аспектом интересоваться. Фестиваль, он и должен быть таким, мне кажется, чтобы это была не только площадка, где ты можешь увидеть какие-то явления или сложные вещи, но одновременно он должен быть чем-то непринужденным и все-таки дать возможность людям отдохнуть. Нам есть от чего отдыхать, я думаю, да? Всем привет! Сегодня налегке разбираемся о том, что такое витилиго. Мало кто об этом слышал, но 100% все видели. Поговорим с теми, кто о витилиго знает больше, чем мы, и прочувствовал это на собственной коже. Поехали! Витилиго – это обычно
показатель, симптом скорее каких-то более глубоких заболеваний. И витилиго – это как бы, ну, отказ каких-то систем, которые выражаются на коже. Не до конца изучено, как появляется, как растет, это все еще покрыто мраком. Значит, сейчас будет 10 дней выставки здесь, в этих стенах. Выставленные здесь картины и фотографии можно будет посмотреть. А запись сегодняшней встречи и выступления людей будет крутиться все 10 дней на проекторе со звуком. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Как вы сюда попали? Я увидела пост в Инстаграме у своего знакомого фотографа, что будет организация, где можно будет рассказывать насчет витилиго. Так как у меня тоже есть, я ей написала и спросила, могу ли я тоже поучаствовать. Скажите, было ли сложно в детстве? С витилиго просто у меня никогда не было проблем, так как я долгое время не знала, что это. У меня появилась в 3 года белая прядь волос и белые брови. Я просто это сразу приняла, подумала, что ну, ладно, пускай будет белое. Вы в курсе, что у вас в Штатах есть ваша коллега, фотомодель, которая рекламирует солнцезащитный крем? Она победительница конкурса 2014 года, да? Как ваша жизнь изменилась после этого? Взяли меня не потому, что у меня витилиго, а потому что думали, что я альбинос. Многие очень путают, потому что я очень беленькая. У меня витилиго только на лице, но из-за того, что я, в принципе, не загораю и светлая сама по себе, витилиго не видно. Чего пожелаете всем тем, у кого есть такой вопрос, не назову это проблемой, но, может быть, у кого-то витилиго проявляется иначе, ему действительно от этого тяжело. Что делать, чтобы не страдать? Не разглядывать это как какую-то болезнь или проблему, потому что это часть просто вас, и поэтому я считаю, что нужно работать над своей самооценкой, своим каким-то душевным состоянием и понимать, что это не проблема. Это изюминка, которую можно подчеркнуть и даже превратить в плюс. Артём, как так получилось, что вы пришли на этот проект? Меня пригласила моя девушка. Ее пригласил человек из Инстаграм. Давно ли появилась эта особенность у вас на коже? Как вы это на себе прочувствовали? С 15 лет вот прочувствовал, увидел пятна, сказал, прикольно. Да. Ну, а потом просто они стали интересную форму приобретать. Сначала складывал руки, были сердечки, а сегодня вот елочка получается. Каждый год они меняются. Причем иногда бывает, что зарастают. Ну, не полностью, но зарастают. На сегодняшний день будете с этим что-то делать вообще? Или это никак не мешает? Не мешает. То есть вы это сделали своим маленьким, но все-таки преимуществом? Ну, да. Что пожелаете другим? Не беспокоиться, а больше сосредотачиваться не на себе, а на процессе, которым мы занимаемся, будь то работа, другие люди. И тогда весь фокус с наших проблем просто растворяется. Как это получилось? Когда произошло? Что вы при этом почувствовали? Ну, первые пятна у меня появились там, в возрасте 5-6 лет, когда мои падения на велосипеде стали затягиваться, и появились белые пятна. Вот. Но на тот момент мы уже понимали, что это витилиго, потому что у моего брата была там белая бровь. Но как-то не особо было прекрасно с этим жить, потому что все меня жалели в детстве, и я сама себя жалела всю жизнь, и не было человека рядом, который говорил, что это красиво, что я такая индивидуальная, что я такая прекрасная. То есть буллинга не было, была вот эта жалость, да, и чувствовал себя каким-то неполноценным. Буллинг был в школе, был во дворе, потому что я жила в небольшом поселке, недалеко от Минска, там было достаточно консервативное общество, и когда ты отличаешься, дети очень жестокие, да и взрослые, и они всегда меня хотели задеть, ну, а я задевалась, то есть я принимала эту роль. Как изменилась жизнь, когда уже она стала сознательной, когда пошла работа, карьера, может, как это повлияло вообще на восприятие мира и на восприятие вас конкретно? Я начала меняться окружение, и до этого общество мне говорило, какая я неполноценная, скажем, а потом резко все изменилось, и мной стали восхищаться. И в работе, и в каких-то личных вопросах. Стоит ли поднимать эту проблему, потому что, насколько я знаю, в Минске это
до сегодняшнего дня практически не обсуждалось именно в формате проекта, как такового. Стоит ли на это обращать внимание? Ну, мне кажется, что в любом случае стоит обращать внимание, и это как такой повод задуматься, потому что это не только про витилиго, да, это просто про то, какие мы особенные. Кто-то может комплексовать из-за носа, из-за роста или из-за щербинки там в зубах, но суть-то одна. Мы просто все должны любить, принимать себя и жить с этим. То есть это просто как, да, как повод собраться и сказать об этом. Осенью мы разговаривали с Аней про ее историю. Она при этом плакала из-за того, что ей пришлось пережить в школе травлю какую-то по многим причинам, в том числе и витилиго. Параллельно я познакомился с художником Кириллом в Витебске, и как-то вот его живопись мне показалась очень подходящей под эту тему, потому что его живопись представляет из себя тоже пятна, которые видоизменяются, потому что осыпаются картины. Так умышленно сделано. Параллельно я с коллегами когда-то обсуждал вопросы витилиго на примере известной модели Винни Харлоу. И мои коллеги говорили, что не надо это делать новым стандартом красоты. Много причин, которые привели меня к осознанию, что было бы круто замутить этот проект. Самая главная цель – это распространить знания о том, что витилиго – это обычная вещь. Ну, условно говоря, каждый сотый человек имеет пятна витилиго. Я надеюсь, что это исключит издевательство над людьми с витилиго и в целом над людьми с иными особенностями. Завершаем наш культурный выпуск на ежегодном мероприятии «Ночь музей». Музей-галереи Минска удивляли квестами, лекциями, мастер-классами. Ну а нам захотелось побольше интерактива, и мы отправились на перформанс. Не переключайтесь. Привет. Здравствуйте. Я Аня. Я Юра. Юра, рассказывайте, что это? Это, по сути, заготовка, которая поможет нам сделать маску в подарок для вас, сувенир. Которую я потом могу унести с собой. Да, и повесить на стеночку. Хорошо. Какие-то приготовления нужны? Да, приготовления такие. Вот видим, мы перед собой шамот, это шамотная глина. Вот. Мы пишем ваше имя здесь на стикере, чтобы не перепутать потом маски. Маска будет деформированная, такая шуточная, смешная, поэтому вряд ли себя можно будет так прям узнать. Акцентрую ваше лицо, закомпоную на вот этом вот подготовленном куске шамота. И потом, вот как показано на этой картинке, я вас туда вдавлю. Вы задержите дыхание, это займет там, ну, секунды 3-4. И после этого обязательно надо будет, вот там у нас есть влажные салфетки гигиенические, протереть лицо, но после этого желательно еще сходить и умыться, чтобы глина, возможно, не щипала глаза там, и так далее. Хорошо, но может быть у нее есть какая-то ценность медицинская, какой-то... Ну, глины как бы вообще, да, полезные. В общем, что-то явно какой-то эффект будет, да, чтобы не просто так туда вдавливать. Прежде всего, глин – это хлеб скульптора. Потом мы туда зальем гипс. И через минут 40, да, вы подойдете, найдете себя и заберете. Ну что, начинаем? Да, еще инструкция, глаза лучше закрывать, и я буду вдавливать, но подбородок вы попытаетесь сами еще немножко глубже вдавить, для того, чтобы маска была получилась выразительной. Ой, оно такое теплое, оно должно быть, да, такое, да, теплое? Да, химическая реакция идет, он греется, потом класс. Снимет. Какая-то старушечка. Но есть, смотрите, специальная штучка, повешу дома, буду улыбаться чаще. Ну как? Класс.
Алена, как называется перкома? Беззащитность. Беззащитность. Хорошо, в чем суть? Я, наверное, честно скажу, что мы шли от какого-то вопроса себе, от чего нас трясет, да, когда с нами что-то происходит. И вот мы начали там перебирать что-то внутри себя и наткнулись на песню, которую сложно без слез слушать. Это песня про ангелы серебряной свадьбы. Вот. И вот опираясь на какие-то свои чувства про подростковый возраст, какие-то гаражи, про ощущения, когда и светло, и темно одновременно. Сложный мир, и в нас есть разные чувства, с которыми мы пытаемся примириться. Ну, собственно, об этом. Да, и мы подумали, что жечь дорогие работы, дорогие сердца, и маршмеллоу жарить на них – это что-то про такое. Да, мы хотим сейчас еще посидеть, послушать песню в наушниках. И хотелось просто какой-то уютной атмосферы. Мне кажется, она случилась. Очень много детей, они так прониклись, мне кажется, всей этой атмосферой, да. Хотя мне жалко, когда вот работы отправляются... Конечно, жалко. Мне кажется, тогда бы не случилось вот этого волшебства, если бы не было, да, вот этой вот сожаления. И вот этим процессом мы можем показать, что нам больно. Женя, скажите, пожалуйста, как не жалко вот это вот? Это же ваша работа. Жалко. Жалко? Да. Ну вот вы мне дали работу, это что? Да, это девочка, это Настя Гайко, она модель, и она все время за границей, и я хотел ее нарисовать. Я с ней встретился случайно, она редко бывает, и я нарисовал, мне очень жалко это сейчас сжечь, конечно, но это было в Минске, ну, то есть я не отбирал работы, я просто жгу все работы, которые находились в Минске. Я возьму эту участь, да, на себя и сожгу ее. А давайте лицом. Лицом. Вот я не рисовала, но мне жалко. Ну, мне тоже очень жалко. Вот эти работы я очень давно делал, они выставлялись на осеннем салоне, они всем нравились. Вообще, я участвую в ночных музеях, ну, меня все время зовут куда-то, и все время что-то плохое происходит в ночных музеях. Да? Да, у меня. И я решил, что зачем... давать судьбе шанс, я сам сделаю плохое. Все понятно, работу. Да. Ну хорошо, а если говорить о перформансе, то для вас он о чем? Он про боль и про радость какую-то. То есть вот есть, да? Маршмеллоу, есть люди, которые пришли на мой перформанс. И все-таки, да, мне кажется, что полноценной радости, без сожаления, без горя, без отпускания, ее, в общем-то, и не может быть. Собственно, об этом и перформанс, о том, что у нас всегда, нам всегда почему-то больно из-за чего-то там. У нас родились дети, но теперь мы будем жить по-другому, или мы поступили в университет, но мы постарели и тому подобное. И, в принципе, наверное, это основная суть. Вот. И сейчас была тяжелая зима, и было больно, а в то же самое время было как-то... Ну, мы же живем, и жизнь продолжается, и все нужно хорошо. Продолжать. Да.